Как тебе солдаты Роше? Отлично. Кажется, я узнала уже все фекальные шутки на свете. Кстати, у короты мне очень приятно, что ты спросил. Похоже, настроение у тебя... Они мне и правда нравятся. Это славные люди. Один даже признавался мне в любви. И кто этот смельчак? Секрет. Я думал, ребята Роше меня хоть немного уважают. У меня есть просьба. Ты можешь свести татуировку? У тебя есть татуировка? Где? На груди. Какая? Покажи. Голая женщина или девиз всей жизни? Не надо надо мной издеваться. Не я же сделала тебе татуировку. Есть одно зелье. Думаю, оно поможет. Мне понадобится зеленая плесень, лепестки белого мирта и волчьего алоэ. Тогда я пойду за травами. Только не говори ничего Лютику. И кончай смеяться. Не могу. В руинах больницы я нашел карту пациента. Ты про сожженную психушку? Его заперли там, потому что он говорил, что его похитила дикая охота. Что он был в мире без людей. Что видел стада единорогов. Через год он вернулся в наш мир. И нашел здесь могилы своих детей, которые умерли от старости. Ты понимаешь, Вернон? Это значит, что время в том мире течет гораздо медленнее. Бывай, Роше. Зараза!
красота, а? Что Йорвит собирается делать с Лоредо и местными людьми? Это знает только он сам. Но мне кажется, он и сам не решил. Он прячется в лесах. Тут засада, там нападение, потом исчезает на несколько дней. Но серьезных боев пока не было. Он ждет, когда комендант потеряет бдительность. Так может показаться на первый взгляд. Только вот Йорвит прославился своей решительностью. Он не раз сражался с регулярной армией. Нападал на города куда больше Флотзама. Прежде он не готовился к бою так долго. Это на него не похоже. Или я чего-то не знаю. Сейчас расскажу-ка я вам. Добро пожаловать, беловолосый.
Тон.